нет. Мы открываем сегодня конфетки и будем называть их по цветам на английском и на русском. Сейчас открываем. Помогите. Помогите. Сейчас помогу. Это зеленый. О, спасибо. Опа. Так. О, да. Положи. Высыпай аккуратно. Что, тебе тоже помочь? Офигенно! Понюхайте. Да, давай понюхай. Как у меня много! Поем. Поблюблю. Какие у нас цвета есть? У нас есть зеленые, красные, да. Оранжевые. Давай мы их разложим. Давай. Так, сначала берем красные. Оранжевый. Давай оранжевый. Red. Red по-английски это красный. Молодец. Orange. Это по-английски оранжевый. Поблюблю конфету. Поблюблю. Попробовал? Вкусно? Угу. Угу. Какой ты цвет складываешь? Orange. И я orange. По-английски это оранжевый. Угу. Фиолетовый. Yellow. Красный. Yellow – это по-английски желтый. Red – это красный. Молодец. У меня только 5 конфет красных. Помогите, сейчас так. Так, blue. Это по-английски синий. Синий. Поблюблю и вкусно. Я комите не поблюблю. Молодец. Blue. Синий. Green. Белый. Синий. Green. Это по-английски зеленый. Ой. Green. Green. Теперь мы собираем коричневый. Brown. Brown по-английски. Это у нас коричневый. А ты какого кости собираешь? Коричневый. Коричневый? Brown? Да. А сколько у нас всего конфет? Red. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 конфет. И у меня тёти. Сейчас посчитаем. 2, 3, 4, 5, 6. Сколько? 6. Молодец. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сколько? 6. Это по-английски. 6. Молодец. А какие цвета? Red, orange, yellow, green, blue, красный, оранжевый, желтый, brown, зеленый, синий и brown. Начнем с красного. Мам. Всем пока. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал Children.